Привет всем, это Петр Ившин. Мы начинаем нашу четвертую лекцию, которая будет разделена на два раздела. В первом я немного коснусь вопроса рудиментов, рудиментарной техники на малом барабане, в первую очередь на малом барабане. И вторая маленькая тема, в ней я немного расскажу о технике игры ногами. Поэтому сейчас мы постепенно начнем, но предварительно я хотел поблагодарить компанию «Стамбула ГОП», барабаны «Сонор» и барабанные палочки «Агнер» за то, что я являюсь представителем их компании, я им благодарен за то, что они мне дают возможность играть на этих прекрасных инструментах. Начнем нашу тему. Мы уже в предыдущих лекциях рассмотрели такие важные аспекты игры на инструменте, как позиция, посадка, постановка барабанов, замок, постановка рук. Также мы коснулись вопроса движения. Я в прошлой лекции рассказывал о трех движениях, которые существуют. И сейчас мы продолжим уже говорить про рудименты. Значит, вступительная информация для тех, кто начнет этим заниматься, в том, что то, что я сейчас расскажу, этим надо начинать заниматься с самого начала, а потом я рекомендую, я просто недавно посмотрел школу Бенни Греба, где он рассказывает о таблице и буквы и все элементы, которые потом нанизываются с помощью рудиментов на эти буквы. Я считаю, что это действительно гениальная вещь, и я рекомендую заняться этим непосредственно после того, что покажу я, потому что я покажу как бы основу, а дальше уже можно будет заниматься
тем, как эти вещи применять на практике, как я уже сказал, в школе Бенни Грэба это все феноменальным образом разложено. Здесь, значит, я расскажу про два вида рудиментов. Рудименты делятся на две больших категории. Это четные рудименты и нечетные. Соответственно, нечетные играются, начиная с трехударного и до 17-ударного, и четные рудименты играются с 4-ударного и до 18-ударного соответственно. Исполняются рудименты двумя способами. Это либо двойками, двойными ударами, либо одиночными. Они представляют из себя комбинацию чаще всего, ну, в данном случае, 16-х и 8-х, 16-х и четвертей. И каждая фигура заканчивается акцентом. Сейчас мы начнем разбирать трехударные рудименты, исполненные двойными ударами. Значит, соответственно, получается, что если рассмотреть эту фигуру на нотах, то это будет 2 16-х и 8-я. Акцент, как я уже сказал, приходится на последний удар, то есть на восьмую. Исполняется это таким образом по аппликатуре. Мы играем два удара левой рукой, правой играем акцент. И потом мы играем два удара правой рукой и левый акцент. В данной фигуре мы используем просто два тэпа, которые играем левой рукой, и сброс акцент на правую руку. И потом, соответственно, и делаем это на другую руку. Я сейчас продемонстрирую в небыстром темпе. Это я продемонстрировал то, как исполняется трехударный рудимент двойными ударами. Теперь я покажу фигуру, которая по своему написанию будет соответствовать предыдущей, то есть это тоже 2 16 и 8, и акцент тоже будет приходить на восьмушку, на последний удар. Но здесь мы уже меняем аппликатуру, и аппликатура становится, мы играем одиночными ударами. Получается, что мы начинаем с правой руки, получается, что первая фраза это получается правая, левая, правая. И вторая, соответственно, левая, правая, левая, второй элемент. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на ту последовательность движений, которая потом будет, ее вполне можно зафиксировать для дальнейших рудиментов, которые будут исполняться именно одиночными ударами. Вот посмотрите, что происходит. Значит, сначала мы делаем подъем правой рукой, потом мы делаем соединительный удар, тэп, левой рукой и акцент правой. И потом мы повторяем ту же самую фигуру с левой руки. То есть мы делаем подъем левой рукой, тэп правой и акцент левой. Таким образом мы как бы соединяем все это в такую фигуру. Раз. Это трехударный рудимент, исполненный одиночными ударами. Теперь мы запоминаем эту фигуру, и по мере увеличения рудимента, его количества, мы говорим то, что все остальные удары, которые будут добавляться, а все они всегда будут играться тэпами, то есть обычными кистевыми ударами. Вот на примере пятиударного рудимента, сыгранного одиночными ударами, я покажу, как это будет исполняться. Вот смотрите, мы берем трехударную модель, которую я только что показывал. И как бы добавляем еще к ней предварительно два тэпа, которые будут тоже двумя шестнадцатыми. Соответственно, получается, мы сейчас играем фигуру, которую можно записать четырьмя шестнадцатыми и одной четвертью. И, соответственно, потом опять четыре шестнадцатых и одна четверть, и мы заканчиваем такт. Значит, соответственно, получается, что если мы вписываем вот эту трехударную модель, про которую я только что говорил, то мы до этого играем два тэпа. То есть мы играем тэп правой рукой, тэп левой рукой. А дальше мы играем уже ту фигуру, про которую я говорил, ту модель. Подъем правой,
степ левый, брос правый. И, соответственно, также наоборот. Тэп левый, тэп правый. Потом, получается, мы делаем подъем левой рукой. Тэп правый и акцент левый. Соответственно, если мы все это дело соединяем, то получается вот такая фигура. Раз, два, три, четыре. По мере увеличения этого рудимента мы все время будем добавлять по два удара, которые будут тэпами, и они будут предварять предыдущие два удара. То есть, например, если пятиударная модель, как я только что показал, представляет из себя 4 шестнадцатых и четверть, то семиударная модель будет представлять из себя 6 шестнадцатых и 1 восьмую. Соответственно, девятиударная будет представлять из себя 8 шестнадцатых и 1 четверть. И для того, чтобы не продолжать рассказывать дальше про все эти фигуры и перейти к чему-то, перейти к другому, я просто хотел сказать, что сколько бы ударов ни добавлялось, они всегда будут играться тэпами. А в конце этих фигур мы обязательно вставляем ту трехударную модель, про которую я говорил. То есть вот смотрите, например, семиударный будет исполняться таким образом. Девятиударный вот таким. И так далее до 17-ударного. С одиночными ударами мы разобрались. Теперь перейдем к двойным. В двойных ударах тоже есть модель, которую мы также можем вписать, как и ту модель, которую мы только что вписали в одиночных ударах. И этой моделью является пятиударный рудимент, сыгранный двойными ударами. Сейчас я покажу эту модель, как она выглядит. Это будет 4 шестнадцатых и 1 четверть, как вы понимаете. Значит, соответственно, смотрите вот эту модель, ее надо запомнить, чтобы потом ее можно было вписать в более сложные рудименты. Значит, первый удар у нас происходит тэпом правой руки. Потом мы делаем подъем правой рукой. Дальше мы делаем два тэпа левой рукой. И акцент правой. Соответственно, также наоборот. Мы делаем тэп левой рукой. Делаем подъем левой рукой. Два тэпа правой. И акцент левой. Фигура будет звучать приблизительно так. Эту фигуру мы также, можно сказать, размножаем, как и предыдущую. Например, семиударный рудимент, сыгранный двойками, будет исполняться таким образом. Мы опять-таки добавляем два тэпа, как и в предыдущих примерах. Соответственно, это будет 6 шестнадцатых и 1 восьмая. Первые две шестнадцатых играются тэпами, то есть два тэпа правой рукой. А дальше мы вписываем ту самую пятиударную модель, про которую мы только что говорили. Тэп левой рукой, подъем левой рукой. Два тэпа правый и акцент левый. Фигура будет звучать таким образом. Как вы видите, никаких лишних движений здесь нет. И если мы, например, играем девятиударный рудимент, и исполняемый двойными ударами, мы опять-таки добавляем два тэпа и получаем два тэпа правой рукой, два левой. И потом ту самую пятиударную модель, про которую мы только что говорили. И таким же образом мы двойные рудименты доводим до 17-ударного, так же, как и одиночные. А теперь затронем разговором четные рудименты. Четные рудименты отличаются от нечетных тем, что в конце у нас появляются два акцента. То есть мы играем два акцента. Если в нечетных у нас акцент был один,
то здесь их будет в конце два. И, например, четырехударный рудимент, сыгранный двойными ударами, будет представлять из себя такую фигуру. Это 2/16 и 2/8. Соответственно, если это двойные удары, то мы играем 2 удара левой, и дальше правой и левой у нас будут акценты. И наоборот, потом 2 удара правой, и левой и правой сбросы акцентированные, 2/8. Соответственно, 16-й в данном примере играются тэпами, акценты играются сбросами. 3-4. Четырехударный рудимент, сыгранный одиночными ударами, представляет из себя ту модель, которую мы будем дальше вписывать в все последующие одиночные рудименты, имеющие отношение к четным фигурам. Значит, здесь получается вот что надо усвоить. Также запоминаем эту модель и вписываем дальше по такому же принципу, как мы делали с нечетными рудиментами. Первое движение у нас получается, правой рукой мы делаем подъем, затем мы делаем подъем левой рукой. И таким образом после этого совершаем 2 сброса акцента правой и левой рукой. То же самое мы делаем потом в другую сторону. То есть мы делаем подъем левой рукой, подъем правой и 2 сброса, 2/8 левой и правой рукой соответственно. Звучать это будет таким образом. И дальше мы эту модель вписываем, как и предыдущие модели. Например, 6-ударный рудимент, сыгранный одиночными ударами, будет представлять из себя 2 тэпа сначала, правой и левой рукой. И дальше мы вписываем 4-ударную модель, 2 подъема и 2 сброса. Звучать это будет таким образом. 4/16, 2/8. И, как вы понимаете, по такой же схеме мы идем дальше к 8-ударным и до 18-ударным. У двойных четных рудиментов такой же фигурой, такой же моделью становится 6-ударный рудимент, сыгранный двойными ударами. Соответственно, мы тоже оставляем эту модель и вписываем ее по тому же принципу, по которому мы вписывали предыдущие. Запоминаем движение этой модели. Значит, мы делаем тэп правой рукой, подъем правой рукой, тэп левой, подъем левой рукой, и затем 2 сброса правой и левой. Звучит это таким образом. И, соответственно, дальше мы, как и по тому же принципу, что было раньше, добавляем по 2 тэпа к этой модели, то есть, например, 8-ударный рудимент, сыгранный двойными ударами, будет звучать таким образом. То есть это будет 2 тэпа правой рукой, и дальше вписываем ту модель, про которую мы только что говорили. Тэп-подъем, 2 сброса. Таким же образом мы доходим до 18-ударного. Что дают эти упражнения? Эти упражнения дают возможность избавиться от лишних движений, потому что они на самом деле выглядят в объяснении значительно более сложными, чем то, как они исполняются, потому что, в принципе, они очень естественные. И как бы эти движения проще почувствовать, чем даже запомнить, потому что, это, на мой взгляд, это самый естественный способ игры на инструменте. Используя, как вы видите, что мы сейчас сделали, используя 3 движения, мы продемонстрировали, как можно играть все рудименты. Пройдя этот курс, я еще раз вернусь к тому, о чем хотел сказать с самого начала, о чем говорил с самого начала. Я настоятельно рекомендую посмотреть школу Бенни Грэба, которая посвящена технике, где он очень досконально и интересно описывает через таблицу букв и предложений, то, каким образом можно использовать все эти рудименты в игре и каким образом встроить мелодии при игре на ударной установке. Теперь мы перейдем к другой теме,
которая будет связана с игрой ногами. Итак, переходим к технике ног. Я использую три техники основных в зависимости от того, в каком жанре я играю и на каком уровне громкости нужно играть в определенные моменты. Значит, в принципе, надо понять, что первая техника заключается, она используется таким образом. Значит, мы поднимаем носок таким же образом, как и кисти у рук. И получается, что нам нужно поставить носок где-то вот в эту зону, как вы видите, да? То есть мы носок ставим не выше, то есть тут тоже есть определенная точка баланса, в которой как бы движение удобнее всего совершать. И мы не ставим ногу также ниже этой точки. То есть это где-то приблизительно две трети педали, ее как бы такая вот часть вторая из двух третьих. Вот мы ставим ногу, и первый удар, который происходит, он происходит носком, и после него колотушка остается в пластике большого барабана. И после удара мы ни в коем случае не опускаем пятку на пятку педали, а оставляем ее на весу. Происходит вот такой вот. Такую технику я чаще всего использую, когда играю, например, диско-музыку, потому что в диско-музыке нужно добиться такого эффекта, и, в принципе, вот именно с такой техникой удается добиться наилучшего звучания большого барабана, потому что после удара не остается тело бочки, а как бы звук остается сфокусированным. Это то, что часто нужно для диско-музыки, потому что, оставляя колотушку, например, в пластике, мы ее, условно говоря, глушим после удара. Поэтому если мы играем диско, я играю его чаще всего такой техникой. Если нам нужно сделать двойной удар при такой технике, то мы просто используем площадь педали для скольжения. Как бы носком уходим вверх педали. Как бы мы скользим вперед, и второй удар происходит именно за счет этого скольжения. Вот, это происходит таким образом. А вторая техника, которую я использую очень часто, практически везде, и в рок-музыке, и в джазовой игре, и в акустической музыке, она представляет из себя технику удара, при которой колотушка отскакивает от пластика. Таким образом она дает прозвучать всему корпусу большого барабана. Добиться этого можно таким образом, что после удара вам надо обязательно опустить пятку на пятку педали. Как вы можете увидеть, колотушка отскакивает от пластика, и звук становится более широким, и он не демпфируется. Также подобного рода технику я использую, когда играю какие-то акустические приемы, когда играю акустическую музыку. То есть такая техника позволяет играть на разном уровне громкости. Потому что если вы используете технику прижатой колотушки, то она может дать, в принципе, только один эффект на определенной громкости. А часто приходится бочку играть тише. Я очень долго сталкивался с тем, что не мог понять, почему у меня дисбаланс в звуке между большим барабаном и остальными барабанами вот в такой музыке акустической, до того момента, пока не узнал о существовании такой техники. И двойной удар, соответственно, возникает таким образом, что мы после второго удара должны опустить пятку на пятку.
И таким образом после второго удара колотушка также отскакивает. Также мы получаем такой же плотный звук всего корпуса большого барабана. Ну и третья техника, которая в принципе самая простая, но ее часто мне приходится использовать тогда, когда нужно играть очень тихо. Много таких площадок, где приходится это делать. Я играю просто с пятки педаль. То есть колотушка и вся ступня остается полностью на педали, и только лишь легким движением носка я привожу в движение колотушку. И если, например, играть какую-то негромкую босанову, я как раз таки использую чаще всего эту технику. Или, допустим, какие-то темы, когда свинговые темы, когда тему нужно сыграть в хай-хэт. Соответственно, последнее, что я хотел сказать по поводу техники ног, это то, что важно еще сказать про педаль хай-хэта. Если у вас, если вы играете с пятки педали большого барабана, то очень важно, чтобы также нога стояла и на левой педали. Потому что если у вас будет перекос, если вы будете играть с пятки на большом барабане, а нога, ступня на хай-хете будет висеть, это будет немножко неудобно. Поэтому я рекомендую всегда держать левую ногу точно так же, как и правую. То есть, когда вы играете какие-то ритмы, используя технику, которую я показывал до этого, лучше ногу на педали хай-хета тоже держать все время на весу. И, соответственно, наоборот, когда мы играем босанову или что-то наподобие того, что я только что показал, лучше, чтобы обе ноги стояли на пятке, на пятках. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу техники ног. Спасибо вам большое. Это был Петр Ившин. Надеюсь, что этот урок, посвященный рудиментам и технике ног, пойдет вам на пользу. Всего доброго, всем удачи.